Хочу сразу оговориться, прошла информация о том, что когда-то были какие-то печальные случаи, не помню откуда, не вернулись там экспонаты из Нижнего Тагила. Никто из музейщиков этой информации не подтверждает. И если бы какая-то часть экспозиции была бы утеряна или где-то кому-то передана безвозвратно, мне об этом сказали в Министерстве культуры, подтвердили, то все это стоит находится в реестре Министерства культуры, все экспонаты. Поэтому это не просто так сказать, взяли, собрали, перевезли в клуб или не клуб. Все это, все экспонаты, которые находятся на хранении в тульских музеях, зарегистрированы в реестре Министерства культуры. Поэтому просто так ни один экспонат потеряться не может.